Доброе утро, братья и сестры. Чудесная погода, да? Мы ждем, чтобы и у нас такая была чудесная здесь атмосфера. Мы сейчас помолимся, попросим, чтобы Господь явился нам. Давайте склоним голову. Дорогой наш Небесный Отец, Господь, мы так благодарны Тебе, Боже. Мы всегда, Господь, готовы Тебя благодарить, Господь. И будем всегда, Господь, за Твою милость, Господь, которую Ты нам оказал, Господь. Когда Господь явился нам, Боже, и явился, Господь, в виде Слова, Господь, в виде Духа, и, о, слава Тебе, Господь, Господь, за то, что Ты призвал нас, Господь, то, что знаем, Господь, мы, что Ты у нас есть, Господь, который мы можем отдать, Господь, все наше бремя, как Ты сказал, Господь, о, спасибо Тебе, Господь, и вот мы сегодня также пришли в Дом Божьего хлеба, Господь, чтобы увидеться с Тобой, Боже, чтобы услышать то Слово, Господь, которое нам сегодня, Господь, дашь, Господи. Спасибо, Боже. Благослови, пожалуйста, Господь. Благослови это служение сегодня. Благослови, Господь, людей, пришедших сюда, Господь. Мы так благодарны Тебе, Господь. Благослови, Господь, проповедника, который сегодня будет проповедовать, Боже. Дай, Господь, скажи, Господь, через него то слово, Господь, которое нам нужно, так нужно, Господь, сегодня, именно сейчас, Господь, благослови, Господь. Пусть, Господь, будет нас, создаст та атмосфера, Господь, когда всякий дух немощи, всякий дух, все бесы уйдут отсюда, Господи, останется только Твой дух, Господь, Божий дух. Благослови, Господь, мы так любим Тебя, Господь, и пусть сейчас будем воспевать Тебе, Господь, славу и честь. Благослови, Господь. И, Господи, благослови наши руки, когда мы будем собирать пожертвования, Боже. А мы все даем Тебе, нашему чудному Господу Иисусу Христу. Аминь. Thank you.
Доброе утро, святые. Рад всех видеть в здравии и сохранности. Сегодня мы можем поклоняться или наизусть, кто помнит, или я выслал в чат его, слушайте слова, кто хочет следить. Вот, но я верю, что никакие препятствия, никакие обстоятельства не могут остановить нашу хвалу нашему Господу. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мы хотим сказать, что Он благ нам. Аминь. И во веки веков Его милость. Аллилуйя. Господь, Ты благ, во веки веков Твоя милость, Твое присутствие к нам явилось. И вся слава Твоя, и вся слава Твоя пусть сойдет. О, на наш дом. Аллилуйя, когда мы поем. Когда мы поем Тебе хвалу, поем, мы посвящаем этот храм. Мы посвящаем этот храм Тебе. Господь, возьми мы сосуды Твои. Свою всю жизнь Тебе мы отдаем и песнь поем, хвалу поем. Господь, Ты благ, во веки веков Твоя милость, Твое Тебе славословный гимн. Мы жертву уст для Господа несем. Мы жертву уст для Господа несем. И песнь поем, хвалу поем. Господь, Ты благ, во веки веков Твоя милость, Твое присутствие нам явилось, и вся слава Твоя пусть сойдет на этот дом, когда мы поем. Моя невеста,
Христа, и Он покрыл меня. Открыл все тайны мне. Открыл все тайны мне. В слове вижу я себя, знаю теперь, кем я являюсь, и права все заявляю. Цену всю истину, всю Он заплатил, чтоб я полноценно жил. Сказал мне, ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Любовь. Когда я вижу всю любовь, что мне во Христе явилась, стою я на колени вновь, благодаря Его за милость. Господь мой Иегова. Господь мой Иегова, раб. О, Иегова Ирион. Иегова Ирион. Его покоюсь я, ведь Он более чем силен. Сказал мне, ты не страшись, не успокоюсь я, пока к себе не возвращу тебя. Дело доведу. О, что за уверенность! До конца ты драгоценна мне, моя невеста, добродетель. О, заботы все им уверяют. Заботы все ему уверяю я. Он мое утешение. Нет больше любви, чем Божий план искупления. О, мы возвращаемся к тебе домой. Полный возврат, восстановление. Явилось в облаке знамение. Мой жив, о, не мив, вернулся Он, что взять свои. О, аллилуйя, заботы все. Заботы все Ему передаю я. Передаю я. Он мое утешение. Домой. Мой искупитель жив. Искупитель мой жив. О, не мир. Вернулся Он, чтоб взять свои домой. Давай споем тело Христа. Аллилуйя. Я так благодарен, что каждый стоит в своей позиции. Аминь. Поддерживаем друг друга. Поставляем плечо друг другу. Аллилуйя. Нету Христа другого тела,
Господь разместил на своем уделе, себя выражает Он в каждом из нас. Тело Христа — это ты и я, в теле Христа важен ты и я. В каждом из нас есть сосуд зелени, каждый из нас уникален в теле. Господу буду служить с усердием. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. О, используй меня! Используй меня, Отец, сегодня. Не буду откладывать труд Господи. Готов послужить я прямо здесь и сейчас. Аллилуйя. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. Ответственны мы занять наше место. Ответственны мы занять наше место, чтоб в образ Христа возросла невеста. Господь нуждается в каждом из нас. Тело Христа — это ты и я. В теле Христа важен ты и я. О, мы благодарим за это откровение. Благодарю за откровение, позицию и предопределение. Ведь наша награда Христа, это ты и я. Небеса Христа, это ты. Тело Христа, тело Христа, это ты и я. Теле Христа важен ты и я. Слава Богу, что важен, да, ты и я. Покажите еще слова и используй меня, Господь, сегодня. Вот, просто хотел бы. Мы поем, когда? Знаете, используй меня, Отец, сегодня. Не буду откладывать труд, Господень. Готов послужить. Я прямо здесь и сейчас. Да, кто готов послужить? Аллилуйя. Господь знает ваши руки, которые подняли руки. Поэтому на нас ответственность. Просто когда мы поем, когда мы поднимаем руку, когда мы отдаем, говорим, Господь, я готов послужить, Господь, используй меня, то вы понимаете, он тогда и желает нас использовать. Он тогда и говорит, я хочу тебя использовать. Поэтому на нас ответственность, если мы говорим аминь на эту песню, если мы поем этой песне, то Господь, что ты хочешь? Ко мне подходит брат Диакон, у меня были, может, свои планы и какие-то желания. Говорит, а может, возьмешь сестричку на обед? А может, посидишь в зале, скажешь аминь? А может, помолишься за кого-то? Используй меня, Господь, как ты хочешь. Что ты хочешь? Чтоб я помолился, чтоб я спел погромче, чтоб я пробудил брата и сестру, крикнув аминь, аллилуйя. Знаете, Господь дает нам возможность, когда мы хотим. Невзирая на эти все слайды, будут ли не будут, слышны музыканты или не слышны, сатана всегда будет ставить препятствия, да. Всегда будет что-то делать. И знаете, это только единственное доказывает, что ему не нравится, знаете, что он противодействует. И от этого только, знаете, только радостней становится, а мы все равно победители, а мы все равно прославим Бога. Что бы ни было, какое бы настроение у тебя не было, когда ты проснулся, что бы ни было по дороге, пока ты доехал, у Бога есть план, и он исполнится. О, слава Богу! Знаете, разговаривал там немножко с Римой, говорю, Господь, эхо какое-то, да? Вот. Он говорит, там детки рисуют. Его Виталик Андрюша рисует.
И он рисует, и это вот сатана борется с Господом, рисует во время этого. Ему говорит, святой человек, знаете, мы уже посвящали детей. Говорю, без разницы, что сатана будет. Рисовал бы он, не рисовал. Как бы он ни поступал, мы посвятили его для Господа, и все решено, знаете. Это такое решение, не зависит даже от всех проявлений, которые будут. О, Господь, мы верим Ему, мы доверяем Ему, мы верим этому Слову, поэтому мы здесь. Пускай вас Господь благословит всех гостей, которые здесь. Мы очень любим вместе с кем-то прославлять Господа. Вот, поэтому, когда нас еще больше, то еще приятнее славить Его. Давайте склоним головы. О, Господь мой, наши руки, Господь, Ты видел, Иисус мой, используй меня сегодня, Господь мой, как Ты хочешь, Господь. Дай мне выкинуть эту леность, может, какую-то слабость, может, какую-то, какой-то, может, кто-то не выспался, может, у кого-то какие-то сложности, Господь мой. О, Иисус мой, слава Тебе, Господь, что мы можем отдать Тебе все свои нужды, что мы можем там отдать Тебе свой дух, свое тело, свою душу, Господь мой. Используй нас, Господь, как Ты хочешь, Иисус мой. Мы, Господь мой, хотим видеть Твою руку сегодня. Мы хотим видеть Тебя сегодня, Господь. Что бы Ты нам наговорил, Господь мой, обрезал, исправлял. Или, Господь мой, открывал свое слово, Господь, водил нас еще глубже. О, Иисус мой, используй сегодня, Господь, брата Юру обильно. А мы стоим за это, Господь. Мы поднимаем наши руки, Господь мой, о, Иисус. Используй там пастора воскресенья, Господь. Он уже устал, Господь. Но, Господь, используй ее, Господь мой. Дай, чтобы, Господь мой, дай им силы, Господь мой, чтобы они могли, Господь, сегодня проехать эту всю границу и все, вернуться, Господь мой, удовлетворенные, что они совершили определенный труд для Тебя, Господь мой. О, Иисус мой, благослови сегодня музыкантов, благослови воскресную школу, Господь мой, благослови техников, Господь мой, дай им то помазание, Господь. О, Иисус мой, то видение, Господь мой, благодарю Тебя за каждого, Господь мой. О, Господь, что каждый стоит в своей позиции. Мы готовы защищать друг друга, Господь мой. Мы готовы встать в проломе за брата и сестру. Мы готовы быть ходатаем, Господь мой. О, Иисус мой, используй нас сегодня. Мы отдаем свои руки, Господь, свои уста Тебе, Господь мой. О, Господь, дай нам сегодня не поднимать руки для Тебе хвалы, Господь. Дай нам открывать уста, петь Тебе, Господь мой. Дай нам в молитве славить Тебе, Иисус мой. О, Господь, Ты так хочешь, Господь мой, чтобы мы, Господь, служили Тебе, а мы хотим, Господь мой. О, слыши Твой голос, Господь, используй нас. Это наша молитва, это наше, Господь, стремление жизни, Господь мой. Благодарим Тебя за этот день чудесный, Господь. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Также за пожертвования, да, мы знаем, может, Господь хочет так использовать. Не знаю, как у вас. Знаете, иногда я евро даю. А иногда могу дать и 50. Ну, от чего это зависит? А не знаю. Но знаете, иногда то же самое. Ты, Господь хочет тебя использовать. Но даже иногда евро, это важно. У Бога есть план. Ну, понимаете, когда мы просто понимаем, используй, Господь. А если у тебя нету желания или нету вообще, то так же само все нормально. Он знает, как нас использовать, знает, что в наше сердце вложить. Хочется ему послужить, знаете, друзья. Если он что-то нам дал, какой-то дар, то же самое и физически, или это, мы хотим послужить. Знаете, хочется здесь видеть деток. Давно уже не видели. Чтобы они тоже свой дар использовали. В пении, я имею в виду. Вот. Ну и в любом другом. О, Господь, хочется, чтобы Он использовал нас. Все, Андрюшенька, благослови Тебя, Господь. Обильно. Благословите друг друга рядом, стоящего. Пожелайте это благословение.
лишь одного просить у Бога я желаю, чтоб находиться там, где Он сам пребывает. Его лицо я видеть рад, любовь божественная лучше всех наград. Я прихожу опять, чтоб с ним не ликовать. Господь, позволь мне вновь услышать. Сатана, я на кресте в Иисусе был. Давно уплачены счета, Люси этого не делал никогда. Жена я отца непорочна и чиста. О, печать Бог! Печать Бог мое наследие раскрыл. Знаю, что для меня Он совершил. И я вхожу в Его покой, ведь наделил меня Господь самим собой. Я иду за Ним весь проигрышный бой. Ведь это наш день. Это наш день, это день оригинала. Это наш праздник, это праздник искупления. Бог нам дает усыновление. Это наш день, это день оригинала. Мы возвращаемся. Это наш праздник, это праздник искупления. Наследник я его. Господь, позволь мне вновь услышать. Позволь мне вновь услышать мое слово. Оно моей всей жизни лучшая. Когда твой гром не говорит, во мне то слово нечто новое творит. И я от радости пою, тебя в себе я узнаю. И я от радости. И я от радости пою, тебя в себе я узнаю. Аллилуйя, Господь есть наша радость. Аминь, брат. Радоваться в Боге — это сила, и успех моих, Господи, побед. Слово тайну радости раскрыло, места для печали больше нет. Господь — моя радость, Господь — моя сила, мое упование. Мой абсолют реального Бога мне слово раскрыло, и я тоже вечный его атрибут. Радуюсь, что я пришел от Бога, чтоб здесь его волю исполнять, чтобы здесь его волю исполнять. Там, где Дух Господень, там свобода. Не буду угашать. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют реального Бога.
основание. Радуюсь, имея основание, что могу во всем я Богу доверять, и тогда любые испытания с радостью великой принимать. Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют. Реального Бога мне слово раскрыло, и я тоже вечный его атрибут. Аллилуйя! Радуюсь и это не скрываю, для меня Господь столько совершил, всю хвалу ему я воспеваю. Сердце он мое возвеселит, Господь моя радость, Господь моя сила, мое упование и мой абсолют. Реального Бога мне слово раскрыло, и я тоже вечный его атрибут. И ты тоже вечный, и ты тоже вечный его атрибут, и я тоже вечный его атрибут. Аллилуйя! Чудом поклоняться в одном духе, в одной истине. Аллилуйя! Ведь Он наш убежище, аминь. Он наша скала. Аллилуйя! Со второго. Во время беды в своем вселении Он скроет меня, укроет меня в потаенном месте откровения. Прибуду навсегда, даже если война разразится, не боится сердце мое. Ополчатся враги и злодеи, но приткнутся они и падут. Ведь Богом моим, с Богом моим поражаю я войска, и на стену зайду, хоть высоко одолею все врата. Время беды в своем селении Он скроет меня, укроет меня в потаенном месте откровения. Откровения прибуду навсегда, даже если война разразится, не боится сердце мое. Веру дал, чтобы я
побеждал. Аллилуйя, как чудно взирать на невидимое, аминь. И знать, что больше есть от тех, кто за нас, аминь. Мы можем смотреть на это невидимое и твердо шагать верой, аминь. После этой песни, сестра Жанна, пожалуйста, и святые. Я вижу сокровенное, чего не видит мир. Другое измерение Господь мне приоткрыл. Хотя вокруг смерть синее, спокоен я вполне. Посредством откровения дает Бог видеть мне. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. О, вождь воинства, аллилуйя! Вождь воинства Господнего, здесь сам Мелхиседек. О, как с Иисусом Навином, аллилуйя! И можем мы из рук Его принять вино и хлеб. Ведь манна сокровенная для тех, кто победит. И в этом мире тления сегодня устоит. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, вся победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. У Бога под контролем все, Он властелин всего. О, не происходит ничего, не происходит ничего без ведома Его. И видим мы, как действует наш неизменный Бог. И множество еще побед нас несомненно ждет. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. И победа уже, победа уже обетована мне. Вижу войско небесное я, Бог сражается сам за меня. Ясно вижу сейчас больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас, больше тех, кто за нас. Являемся теми орлами, которые созданы побеждать всякое давление, всякие препятствия, всякие обстоятельства. И орел — это единственное то помазание, которое не привязано к земле. Аминь. Я верю, что Господь позволяет нам посредством откровения взлететь выше, в эти невидимые сферы. Аминь. Аллилуйя. Иегова Бог, великий орел, своих детей орлам уподобил. Стихии все теперь нипочем, ведь Бог особо орла приспособил. Легко парить в небесных местах,
поймать порыв ветра Духа Святого. Бог крылья дал, а в тех двух крылах вся полнота раскрытого слова. Бог так создал меня, чтобы ответил я на вызов этого часа. Он все высоты поднял, где никто не летал. Связь с теофанией, сверхпомазание, зоркость орлиного глаза. Все для победы мне Бог в этот день даровал. Родился я в период орла, настало Божьих силу проявление, и в этот день мне сила дана, чтобы выдерживать натиск давления. Завесы все убрал Дух Святой, пределов нет, и все стало возможным. Преодолев барьер звуковой, я нахожусь в присутствии Божьем. Бог так создал меня, чтобы ответил я на вызов этого часа. Он в те высоты поднял, где никто не летал. Связь с теофанией, сверхпомазание, зоркость орлиного. Победы мне Бог в этот день даровал. Иегова Бог, великий орел, он вновь мое гнездо будоражит. Отчет готовности подошел, я жду, как только взлетаю, мне скажет. Последний тот великий полет, из одного измерения в другое, тот сверхъестественный перелет нам в этот день обещанный в слове. Бог так создал меня, чтобы ответил я на вызов этого часа. Он все высоты поднял, где никто не летал. Сверхпомазание, зоркость орлиного глаза. Все для победы мне Бог в этот день даровал. Бог так создал меня. Аллилуйя. Бог так создал меня, чтобы ответил я на вызов этого часа. Он в те высоты поднял, где никто не летал. Связь с теофанией, сверхпомазание, зоркость орлиного глаза. Все для победы мне Бог в этот день даровал. Ведь все для победы мне Бог в этот день даровал. Давайте споем этот припев «Изрекай и проявляй», что Бог в слове сказал о тебе. Аминь. Аллилуйя. Изрекай и проявляй, что в слове о тебе Господь сказал.
тело слова ты притяни, все, в чем нуждаешься, верой бери, слово изрекай, не отступай, исповедание врага побеждай, о, изрекай и проявляй, что в слове о тебе Господь сказал, дело слова ты притяни, все, в чем нуждаешься, верой бери, слово изрекай, не отступай, исповедание врага побеждай. Без веры Богу угодить нельзя, но вера, что без дел, она мертва, верь, исповедуй, тебе дано осуществление невидимого, изрекай и проявляй, что в слове о тебе Господь сказал, дело слова ты притяни, все, в чем нуждаешься, верой бери, слово изрекай, не отступай. Нам сильный ангел снизошел, и веру в действие он нас привел, изрекай и проявляй, что в слове о тебе Господь сказал, дело слова ты притяни, все, в чем нуждаешься, верой бери, слово изрекай. Ступай, исповедание врага побеждай, о, изрекай и проявляй, что в слове о тебе Господь сказал, дело слова ты притяни, все, в чем нуждаешься, верой бери, слово изрекай, не отступай. Пусть Бог благословит каждого, кто пришел. Пусть Бог благословит наших гостей, всех присутствующих в зале и невидимую аудиторию, кого мы можем видеть на трансляции. Да поможет нам Бог, друзья. Дьявол, знаете, боится веры. Он боится то, что, понимаете, вера, она движется, она ломает всякие преграды, всякие мосты. А это наша победа. Поэтому Иоанн, понимая это, он мог это высказать. Поэтому то, что мы поем, это сила. Ты изрекай, ты это исповедай. Пусть Бог сам проявит это. Давайте будем ставить так, как должно произойти. Ты просто должен верить, что Бог совершит это. И вот это поможет нам. Да поможет нам Господь устоять в этом. Я рад вместе с вами находиться здесь, что мы вместе, что мы соскучились, правда? И что Бог дает эту возможность. Бог так благ, друзья. Поэтому
мы должны любить Его всем сердцем, всей своей душой. Аллилуйя. Поэтому мы зависим друг от друга. Поэтому пусть Бог благословит всех вас. Я хочу прочитать, пока вы стоите, всем нам известные места Писания. Понимаете, слово все больше и больше становится ближе к нам, правда? Нет, по сути, такого уже тайного, там, сокровенного. Он просто вводит нас в то осознание, для чего было послано послание. Чтобы мы ходили бы верою. Этим мы можем угодить Ему. Итак, первое послание Иоанна. Послание. Первое послание Иоанна. Не Евангелие, а послание. Первая глава. Ну, со второго стиха давайте прочитаем. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Давайте мы сейчас перескочим. «Если мы говорим...» Шестой стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Аллилуйя. Давайте мы еще раз склоним голову, помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе, что жизнь явилась. Аллилуйя! Что явилась жизнь, и мы можем возвещать эту вечную жизнь, которая была у Отца, а сейчас явилась к нам, и мы имеем общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. О Боже, и это пусть те, кто имеют общение с нами, для того, чтобы радость была совершенна. Отец, благослови, Господь. Пусть это общение сегодня мы разделяем с Тобой, Господь, чтобы Ты, та личность, Дух Святой, мог бы очищать нас, давать нам, Господь, это откровение, которое залегает в этом слове на этот день. Омой нас водами слова, Господь. Мы Тебя просим, чтобы быть, Господь, с Тобой чистыми и непорочными пред Тобой в любви. Отец, пусть Твой Дух Святой руководит этим собранием. Возьми в удел каждого, Господь Иисус, чтобы мы все были участниками этого божеского естества. Даруй, Господь, и усмотри любую нужду, какая бы она ни была, Господь. Отец, потому что мы как одно тело, мы хотим стоять друг за друга, Господь, чтобы этот свет осветил всякие уголки, Господь. Всякое зашел бы туда уголок, чтобы не было бы никакой тьмы. Пусть этот свет пройдет этим рентгеном слова, Господь, и очистит нас, чтобы Твое слово, которое кровоточит за нас, очистило бы, Господь, нас от всяких скверн, от всякого неверия, Господь. Даруй нам это, Отец. А мы с верою, Господь, пришли и с дерзновением, Господь, хотим вкусить, Господь, то, что Ты нам приготовил. Аллилуйя. От Твоих рук, из этих уст, Господь, дай нам наполниться, Господь, и, Отец, выразить эту благость и милость Тебе. За все мы славим Тебя и благодарим, что Ты нас слышишь, своих детей во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Садитесь, пожалуйста. Пусть Бог благословит прочитанное слово. Друзья, здесь Иоанн говорит о том, что явилась жизнь. Обратите внимание, потому что, чтобы быть в общении, чтобы ходить во свете, ну, без той жизни мы не сможем, правда? Аминь. Поэтому он и показывает в начале то, что говорит, говорили, то, что было от начала, о чем мы говорили, о чем мы слышали, к чему дотрагивались наши руки, да? И он показывает о слове жизни. И потом он делает этот переход.
потому что явилась жизнь. И я хочу сказать, в наши дни явилась жизнь. И это сейчас я хочу сказать не только, потому что брат Бранхам исполнил свое поручение, и он во славе, он там ожидает, понимаете, когда мы все соберемся с этого последнего периода, правда? Эти орлы, когда взлетят. Но сейчас явилась жизнь в тело невесты, ибо явилась жизнь. Поэтому это, с этим дерзновением мы должны ходить, понимаете? И поэтому мы должны быть помазаны. Аж прежде чем ты будешь помазан, тебе надо омыться водою слова. Правда? Поэтому мы честны должны быть. Мы должны быть честны пред Ним, правда? Потому что если мы говорим, что мы имеем общение с друг с другом, тогда мы ходим во свете. Если наоборот, то говорит, тогда мы лжем, мы не поступаем поистине. Поэтому если пришла жизнь, то ты должен иметь общение с Ним. Правда? А когда у тебя общение с Ним, тогда это и радость приходит совершенно. Тогда ты можешь иметь и общение друг с другом. Правда? Это условие, понимаете? Поймите, потому что раньше было разорвано общение. И мы, понимаете, по-другому не будет света. И поэтому, как бы мы ни видели, мы можем посмотреть друг на друга, мы можем посмотреть, понимаете, в Эдемский сад и посмотрим. Потому что там нечто произошло, разорванное общение. Ты можешь посмотреть в семьи, ты можешь посмотреть и так дальше, дальше, дальше на людей. Если разорванное общение, ну так, а как же тогда кровь может омывать? А где же вообще эта кровь? Правда? А как же тогда ходить с этой верою? Как бы быть этими тогда победителями? А много бывает вопросов, правда? Прежде чем бывает что-то принесешь, кажется, надо же, ты больше вопросов дал. Но это тоже хорошо. Людей тогда начинают что-то будоражить. Потому что не просто, чтобы умастить там, знаете, и это чтобы мы не были такими, знаете, мумиями, да? А именно, это, говорится, для тех, кто ходит во свете. Тогда есть это общение. И тогда кровь Иисуса Христа омывает. Не вот столько, от всякого. Вот это чудесно, друзья, от всякого. И это тогда тебя это радует. Да, я еще не такой, но я уже не такой, какой был, не такая, какая была. Вот, я движусь к тому, понимаете, тому совершенному. Потому что Теофания нас зовет. Влияние это есть, правда? Ангелы снисходят. И поэтому мы хотим войти. Господи, когда? Он знает, когда, правда? Позволь Богу сделать, все сделать этим своим путем. Поэтому Иоанн здесь показывает о том, что восстановлено общение. Поэтому, когда мы можем посмотреть назад, то, что произошло в Эдемском саду, и то, что говорит апостол Павел в книге Евреям, в 11 главе, что Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин, и ею засвидетельствовал, что он праведен. Правда? Ну, так говорит Писание. Так апостол говорит, так пророк Альфа говорит. И наш пророк Омега тоже пришел и показывает, берет эти все места воедино, чтобы мы бы имели бы что? Полноту. А он снизошел, чтобы мы имели эту полноту в нем. Аллилуйя. Тогда наша радость совершенна. И тогда ты имеешь веру. У тебя не просто, понимаете, какие-то только эмоции. Эмоции, я не исключаю эмоции. Правда? Потому что без эмоций, говорит, церковь, она это мертвая. Вот. Но пусть эмоции сопровождаются тем откровением, той победой, той верою, которую ты переживаешь. Аллилуйя! А Господь всегда приходит, чтобы тебя приподнять. И поэтому давайте мы с вами посмотрим на Бытие. Потому что когда они согрешились, когда они согрешили, нечто произошло. Произошел пророк, говорит, мы все это знаем. Я хочу просто немножко вам напомнить, чтобы подчеркнуть одну мысль такую.
Сейчас Бытие 3. После того, когда вот это произошло, когда Бог снизошел в вечернее время, в прохладе дня, помните, он искал своего сына, Адам, где ты? И когда этот следственный суд был, когда он нашел этого виновного, когда пришло это наказание, но обратите внимание, наказание пришло к исправлению. Бог своих детей всегда наказывает для того, чтобы исправить. И он всегда покажет выход. Вот. Для змея был другой приговор. Но здесь, обратите внимание, да, и мы виновны, бывает в чем-то. Но Бог приходит, чтобы тебя не просто, знаете, под корень, а чтобы ты мог исправиться, чтобы ты могла бы исправиться. И поэтому слово приходит не принести приговор, а чтобы исправить нас. А исправление идет через омытие. Поэтому каждый раз звучит какое-то слово, и нечто Бог показывает, во что-то Он нас одевает. И поэтому, когда они были, да, когда одежда святости покинула, когда они что-то сделали новое, но Бог не отрекся и не забыл своих детей. Поэтому в 3 главе написано, в 21 стихе, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Аминь. Давайте перейдем на 4 главу Бытия. Прошло время, но здесь нечто происходит. Бог позаботился. Он первый нечто тоже сделал. Посмотрите, там, в Эдемском саду, Бог убивает Агнца. Для чего? Чтобы, показывая, что да, придет совершенный Агнец, показывая эту тайну, но чтобы что? Покрытие было бы. Он убивает Агнца. Что удовлетворило Бога, когда вышла кровь, жизнь, а кожи закрывали ту срамоту и то, что, в чем они согрешили. Давайте дальше. И из-за этого они должны были удалены быть из Эдемского сада, из той среды обитания, где пребывал сам Бог, да, где было весьма-весьма хорошо. Но Бог, показывая этим, что я приду, я заплачу цену, чтобы вернуть вас обратно. Аллилуйя. Итак, 4 глава. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Обратите внимание, когда рождаются у Адама с Евой дети, да, здесь показано, рождается Каин, рождается Авель. И сразу характеристики показаны детей. И когда бывает, ты читаешь бегло, поэтому я так благодарен за Божьи уста, да, что пророк останавливает, Дух Святой показывает, обратите, мы должны внимание, что здесь он показывает, что, смотрите, хотя, несмотря на то, что Каин родился первый, правда? Вот. Но характерные черты показывают, что Авель был пастухом. Каин – земледелец. И вроде бы опять Каин, из-за того, что он первый, да, он первый приносит дары Господу.
а от своих рук. И вот на этом хочется немножко нам походить, потоптаться, чтобы вы могли обратить внимание. Он пытался угодить же Богу. Он, брат Банха говорит, он любил Бога. Он поклонялся Богу. Но он думал, через хорошие плоды, которые произвела та земля, куда он садил, понимаете, что это угодит Богу. Он двигался своим разумом, своим мышлением. Обратите внимание, друзья, мы можем так же само, как бы вот, чтобы из этой земли ты хочешь угодить Богу своими делами. Плоды рук твоих, понимаете? И то, что производит вот эта земля. Поэтому мы можем посмотреть на многие деноминации, которые, понимаете, упускают важность. Потому что они понимали, что они согрешили, да? И через грех они были удалены, и общение было разорвано. Но сейчас, посмотрите, один идет путем своим, а другой идет через откровение. Он ищет, он вдохновляет. И может быть, понимаете, с кем-то ты можешь встретиться. Как ты там, брат, как ты, сестра? А как будет завтра? А как это самое? Или что ты думаешь принести? Дар какой? Какой плод? Какой дар ты? Какую жертву Богу? И ты говоришь, не знаю. Как это ты не знаешь? Я уже посадила. Я вот это делал. Я заранее готовился. Потому что земля-то произвела, что не сразу так, правда? И поймите, и он очень красиво сделал. Брабанка говорит, он очень красивый жертвенник сделал, алтарь этот сделал. Он смотрел, он, понимаете, он вдохновлялся, он дизайнером был тоже. Он это все сделал, он думал, что... Там, может, менял местами одно, другое, третье. Он думает, ну вот это точно поможет. Вот этим я покрою свои грехи, недостатки. То, что я делаю зло, знаете, или это, то, что я делаю неправильное. Мои хорошие дела покроют те плохие. И многие люди именно вот по этому пути и двигаются. Бог не примет хорошие дела. Бог не примет хорошие поступки. Бог не примет, понимаете, то, что... А я вот это делал, а я это... Барбанка говорит, это хорошо. Это все хорошо, но, говорит, через откровение, через веру, да, ты можешь угодить Богу. Если нету откровения, тогда дела не принимаются. Очень хорошо может выглядеть, понимаете? Очень многих может вдохновить. Ох, такой алтарь, такие дары, мы такое делаем. А у вас тут такое не делают? Ну, не делаем. Ну, понимаете, Бог смотрит, он что? Он посещает свой народ, как? Откровением. Дух Святой сходит, правда? На тело верующих. Для чего? Оживить его, омыть его. Очистить его, чтобы мы предстали бы пред ним без пятна и порока. Что это сделаешь? Ты сделаешь своими делами? Никогда! Никогда мы не сможем угодить Богу. Поэтому, понимаете, Каин, он мог это сделать, мог это все украсить. И кажется, это, Господи, я жду не дождусь, когда придет, да, этот вечер. Ходил, может, вокруг, наблюдал, поправлял что-то, знаете, и все казалось очень, что от произведений земли, понимаете? Мы же понимаем, да, тоже, мы же тоже это земля. И поэтому многие хотят вот так вот служить Богу, чтобы покрыть то, что было наделано там, до того, до встречи с Богом, можем так сказать. И поэтому... Один надеялся так, а другой смотрел совсем по-другому. Пастух. И он смотрит, смотрит, смотрит. И понимаете, как Бранха говорит, его в один момент что-то осенило.
Вы думаете, он не видел своего брата? Как он украшает это? Как он хочет принести эти плоды? Как он хочет угодить Богу? Да видел. И он смотрит и это. Не плоды удалили нас из Эдемского сада. Не плоды деревьев или произведений этой земли произвели это разрыв общения с Богом. И то, что мы сейчас находимся в таком состоянии. А жажда-то осталась. А пророк говорит, желание-то у вас есть. И тут просто многие говорят, забивают это желание. Настоящее, правда, желание? Или жажду по Богу? Чем-то другим. Поэтому он смотрел. И он увидел вот это, как мы говорим, кожаную одежду. Он уловил. Не персик там, не яблоко, не какие-то другие плоды вывели нас из присутствия Божьего, из того прекрасного Эдема, где сам Бог обитал, и мы должны были наслаждаться этой жизнью, да где его родители были. А именно он увидел, это была кровь. Это был другой плод, это был грех. Это произвело, понимаете, из-за жизни. И поэтому он начинает видеть, понимаете, поэтому говорит, верою Авель. Другими словами, да, мы все понимаем, откровением тебя, меня, кого-то, кто, понимаете, от Бога, дочери, сыны Божии, Бог снисходит. И бывает, ты, бывает, выглядишь, может, перед кем-то очень просто, не вдохновляюще. Но, друзья, и это приходит его откровение, его посещение для тебя. И он начинает, он идет в стада свои. Он же пастух, правда? Пастырь, овец. И он выбирает самое лучшее, без пятна и порока, да? И тянет ее. И тянет ее, и тащит ее. И потом Брабанка говорит, кладет ее туда, на этот камень. Бьет ее. Тоже камнем, острым камнем бьет. Да, как мы слышали в Иисуса Навина. Эти острый нож, нечто, нечто производит. Это то, что показывало, из-за чего человек пал, правда? Поэтому мужчинам обрезалась эта крайняя плоть, через что произвел этот грех. Мы зачаты в беззаконии, мы рождены с ложью на устах. Понимаете, Давид в 50-м псалме говорит об этом. Он имеет откровение, то, что произошло там. Правда, не какие-то плоды, а что причиной была этот грех, это неправильное соединение. Хотя, кажется, так ты посмотри, так у него, он в правильном браке, правда? У него был отец, у него мама, он в правильном браке родился. Как это ты так говоришь, что во грехе родила тебя мать? Он понимал, что не такое должно было быть, правда? Размножение. Поэтому, имея это откровение, он мог это высказывать, эти слова. Поэтому он там говорит, там, Господи, омой меня иссопом, окропи меня этим иссопом, омой меня этой своей праведностью, омой меня этой водой слова. Удивительно, да? Какое помазание пребывал Давид. И мы что, Бог именно показывает нам сейчас. Потому что то, что он делал, как он бил, Каин, может, ходил и это, Господи, ну как ты можешь смотреть на это? Это же так неэстетично, это так некрасиво. Она блеет, это брызгает кровь, обрызгала весь алтарь. Понимаете, мне тут все служение испорчено. У меня так было все красиво это, а у него, посмотри, как все. Он весь в крови, но он дубасит ее, он понимает, что через кровь и может быть возвращение к жизни. Как бы это грязно ни казалось, как бы это ни было, но когда, понимаете, грязно это кажется, когда ты смотришь это с плоской стороны, но когда ты смотришь через откровение, через Божьи глаза, ты понимаешь, это удовлетворит Бога. И поэтому Бог снисходит, понимаете, и забирает эту жертву. Ему понравилось то, что сделал правильно сынок. И именно это и произошло там. Слушайте, друзья, ну, если так сказать, так они же были из одной семьи.
Ну, вы задумали же, ну, правда? И поэтому один и другой слушал то же самое, те же самые рассказы, те же самые вещи, как они были до того, как их завеса святости оставила. Слышит Авель и слышит Каин, но один принимает, понимаете? Потому что разные отцы. Поэтому один идет путем того, что я это сделаю. Я это сам. И я вот что сделаю, Господь, это должно тебе понравиться. Поэтому ты видишь многих людей, которые они без откровения двигаются. У них очень может быть все красиво. Понимаете? Но принимает ли это Бог? Вот в чем разница. Но когда ты можешь быть, выглядеть вообще каким-то, как он говорит, как Самсон выглядел, козявка с этими рыжими семью косами, или там другие, понимаете, они все были очень просты. Это были пастухи. Но Бог вот такое выбрал. Немного среди нас знатных, немного среди нас мудрых, немного среди нас этих ученых, потому что Бог выбрал, что незнатное мира сего, чтобы уничижить это знатное. И это мудрое отвергает. Аллилуйя. Поэтому нечто, он залегает в нас, друзья. Нечто, чтобы мы могли бы именно ходить этим откровением, этой верой. Господи, я же так хочу. Я же так хочу, чтобы ты принял бы то. А если ты мне это дал, ну ты обязательно это примешь. Я хочу это просто сделать согласно твоего слова, правда? И поэтому каждый раз мы приходим на служение, каждый раз. Но сейчас прошло, друзья, да, столько тысяч лет. И как бы мы понимаем, что как же это уловить? Как исполнять волю его? Поэтому эти образы, все было тенью для сегодняшнего дня. Поэтому мы можем видеть. Поэтому то, что происходило там, не какими-то хорошими делами, не какими-то поступками, но только верой, только откровением мы угождаем Богу. И Он приходит, и он радуется за нас. И с каждым шагом, с каждым днем, все дальше и дальше, дальше и дальше, чтобы мы могли бы подниматься до того уровня, когда Он доверит нам. Это третий рывок, это слово. Понимаете? Поэтому так хочется видеть, чтобы Господь дал для нас вот этот исход из мудрости в веру, из рабства в свободу, как мы слышали эти пасхальные служения. Давайте мы еще быстренько глянем с вами. Дальше будем двигаться в исход. Посмотрите, во время первого исхода, 12 глава. Пятый стих. Здесь пророк исхода учит свое собрание, да? Пастырь Моисей учит свое собрание. Как применить кровь, чтобы губительная язва не коснулась его ну, детей, его собрание, правда? Агнец у вас должен быть без порока. Это же сделал также и Авель, правда? Мужеского пола, однолетний. То есть это говорило о Христе все, правда? Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Есть эти условия, правда? Поэтому мы приходим так же само, но сейчас просто вот этот мы переход увидим, друзья. И здесь показано, да? Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. А мы с вами говорили об этом хлебном приношении. Мы говорили с вами об этой муке. Понимаете, это все говорит о нем. О этой жертве за грех. Аллилуйя.
Поэтому мучное приношение, это тоже показывало о нем. Агнец показывал о нем. Все показывает о нем. И поэтому, Господи, дай нам войти в эту тайну, чтобы, понимаете, он же, его явление уже, мы видим, но хочется видеть его пришествие. Он явился в слове, он явился как слово. Он дал это, он сам раскрыл себя через это послание, правда? Поэтому мы нечто наблюдаем, мы нечто смотрим. Что? Господи, чтобы слово Твое было бы задействовано в этих домах. Правда? Потому что мы живем при последнем горе, или, как сказать, последней этой язве. Да-да. Давайте немножко пропустим. 11 стих. «Ешьте же его так, пусть чресла, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. То есть они были готовы, да? К чему? К исходу. Куда? В другую землю. У нас же тоже это желание. Поэтому припоясаны, в готовности. Когда, я не знаю, но когда прозвучит последняя труба, аллилуйя, тогда во мгновение ока, да, оставшиеся в живых, мы изменимся. Аллилуйя. Нечто, это все показывало об этом. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Понимаете? Поэтому у нас нечто здесь, это как прообраз, это тень того, что они переживали во время первого исхода, мы нечто переживаем во время третьего исхода. Но сейчас нету этого физического агнца, нету той крови, правда? Нету этого, как нанести на переклад? Они тогда наносили, они тогда это делали, они тогда это делали буквально. Поэтому сейчас произошел такой небольшой поворот за угол, правда? Поэтому мы должны нечто понимать, и что происходит. Потому что как мы можем применить, как мы можем ходить под кровью, как мы можем быть чистыми и омытыми, и непорочными, правда? Как мы можем этого агнца есть? Поэтому как бы все эти вещи мы все время слышим, все время об этом говорим. Поэтому да поможет нам Бог, друзья, просто применять это по семействам. Поэтому там показано, как это, как из чего, как это приготовить, как ты должен быть одет. Это говорит, что о готовности. Ты пришел в собрание, ты не пришел расхлябанный. Это то же самое, друзья, понимаете? Мы готовимся к исходу по этим семействам, этому, по всему. У нас пророк был, правда? Он, который научил, как это приготовить. И поэтому нечто сейчас преподносится. И поэтому нам нужно что? Просто вера. Потому что без веры ты не сможешь нанести знак. А он показывает, знак, нужен знак. Это тогда что? Кровь. А кровь в крови жизнь. Аминь. Вы улавливаете? Я не хочу что-то, знаете, запутывать. Просто мы говорим это. Мы были в Беларуси, мы касались этого. Я думаю, Господи, но это же простые вещи, но они очень важные. Бог примет что? Саму жизнь. Как Он принимает? Где она находится? И тогда это было, понимаете? Эти двери, эти косяки. Барабанка уже потом попереводит это. Это двери нашего сердца, правда? Там, где эта душа. Где что? Там есть эта защита, эта свобода. То, что Бог придет и может посмотреть и сказать, именно ты правильно так и сделал. Именно, может, это выглядит некрасиво. Ой, кто-то может проходить, понимаете? Подходить к этому дому.
И такой запах, знаете, это самое. Что это такое? А ты понимаешь, а именно Бог вот это примет. Не какие-то духи там, знаете, не то, что там от какого-то производителя, но именно то, что это согласно Слову Божьему. То, что это будет угождать Ему. Ты начинаешь с этим двигаться. Друзья, нам надо пробиваться, нам надо это. Я смотрю как-то... Ох, это дьявол не хочет. Он хочет что? Традицию. Будь хороший, будь хорошей, будь это самое. Поступай вот именно так. И это может быть, кажется, ну так же хорошо. Это все хорошо. Но если в этом нету откровения, это пролетит, понимаете, это не остановит Духа Святого. Это не угодишь ты этим Богу, таким служением. Поэтому, говорит, не из-за чего такие проблемы? Из-за того, что 1 Коринфянам, да? На вечере мы это читаем все время. Из-за того, что не распознают тело Господне. Поэтому нечто надо приготовить. Поэтому, когда, знаете, а жертва должна быть вначале омыта, правда? Потому что мы же понимаем эти вещи. Вначале идет, правда, омытие. Как этот жертвенник, как скиния строилась. Поэтому там размещалось все согласно того, чтобы это было бы продвижение к тому, чтобы жертва была бы принята. Твое, мое хождение было бы принято. Поэтому там на внешнем дворе, помните, медный умывальник. Правда? Потому что мы принимаем вначале это крещение водное во имя Господа Иисуса Христа. Потом ты двигаешься дальше, 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 до того, пока не войдешь в ту славу, где увидишь вот это, то, что никогда не портится, никогда не происходит. Но в этом есть и сами эти тайны, и сами эти вещи. Аллилуйя. Поэтому, когда он проходит, он хочет видеть нас. Поэтому, понимаете, как мы говорим, этот исход связан будет с третьим рывком, правда? А мы должны нечто должны видеть. А это связано тоже с общением. Поэтому то собрание, которое они могли сойти в один дом, да, если семейство маленькое, да, то, говорит, пригласите соседей, чтобы съесть всего этого агнца, который, понимаете, и это слово, и это из семи блюд, эти семь печати, и чтобы мы ни говорили, потому что это все показывает на искупление. И поэтому, когда мы смотрим, понимаете, так я же это хочу сделать. Ты хочешь это сделать? Да. Но тогда надо все правильно сделать. И Брабранхам, помните, стоит у озера. И он видит это. Ой, я хочу это споймать. Радужную форель, да? А рыбаки там все радуются, да? И мелочь ловят. И это все это самое. И Брабранхам говорит, да, это невеста. Да, это присуще именно вот это, что это вытянуто, чтобы для чего? Искупление, да? Тогда, говорит, не спеши. А то сделаешь бороду. Как? Так я же ему говорила, я этому говорил, я своему сыну говорил, там или дочери говорила, мужу говорила. Зарано подсек. Подсекла немножко рановато. Она уже это самое. Поэтому нам нужно, друзья, вот это Божье терпение. Божьи эти добродетели, Божья вера и все, что там залегает. Вот это также и эта любовь и все, правда? Потому что очень часто мы делаем эти бороды. Так я хочу, чтобы общение опять было. Я хочу, чтобы это примирение было, чтобы это пришло в любви божественной. Не подсекай так быстро. Он говорит, медленно, медленно подтягивай. Улавливаете вообще? Мы же на семейные темы говорим, правда? Мы же говорим про эти вещи. Не надо дергать. Я тоже надергался. И потом распутываешь это, распутываешь. А распутывается очень медленно. Он не дает тебе новое. А она еще вот одно это. Нет, ты должен, я тебе дал, ты вот это распутай. И вот с этим ты дальше должен действовать. Аллилуйя. Поэтому, когда Господь
показывает нам эти вещи, эти примеры, потому что только это будет сохранено. Только через это придет жизнь. Поэтому, когда мы подходим куда? К этим домам. Вот же я тоже вижу дома. Вот. И там эти вывески сейчас у нас тоже ставят, знаете, все такое. И ты смотришь, это имя, это фамилия. Это говорит о чем? Там есть косяки, это говорит о жизни. Вот. Это когда у вас эта радость, когда это откровение, когда Бог посещает нас. А дьявол совсем не хочет это, друзья. Он приходит и такой занавес, он тоже закидывает это самое, чтобы что? Чтобы мы были бы сонные, что это самое. Да не слушай, все ты нормально делаешь, все такое. Но ты пробиваешься, понимаете, Авель тоже действовал. И это было очень важно. И это, может, было не очень красиво, но, как мы говорим, но это понравилось Богу. Поэтому как и мы подходим и думаем, Господи, ну это правда, это же правда. А кто-то может там вырывать, там это, и это кажется, ну так же, почему же так это меня не приняли? Улови суть. Где была жизнь? Потому что падение произошло тоже через жизнь, а жизнь находится в крови, правда? Поэтому все вот это и Бог нам показывает. И тогда мы смотрим и кажется, Господи, ну это же... Моисей тогда уже, понимаете, исход 40 глава. Он уже там делает скинию и все это делает. Давайте прочитаем. Он все сделал согласно небесного образца. Но есть... Есть последовательность. Итак, исход 40. И он там все расставляет, все ставит правильно. И завесу, и умывальник, и все эти вещи я пропускаю. 12 стих. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою». Это все показывало, правда? На то, что они должны быть тоже омыты. Потому что ты не можешь, не омыты, служить Богу, угодить Богу, быть чистым. И это что? Это делает пророк исхода. Для чего? Потому что он нас избрал быть ему священниками, приносить эти мирные жертвы, служить Богу жертвой уст наших. Мы эту песню уже пели перед тем, как я выходил. Изрекай, проявляй, только верою, понимаете? И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою. Потому что то же самое они делали в исходе, то же самое это, понимаете, у дверей, ко входу этой скинии собрания. Потому что нечто замечали, что что-то происходит, тайна начинает раскрываться. Нашего освобождения для того, как Бог смотрит на тебя. Это мой сын, это моя дочь. Они посвящены для служения. В этих храмах. Так. И после того, когда они омыты, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтоб он был священником мне. Аллилуйя. И сынов его приведи, и одень их в хитоны. Посмотрите очередность. Многие люди ищут, понимаете, я хочу помазание, а помазание – сила. Или это, и когда ты в позиции, это ты тоже тогда помазан. Но понимаете, должна быть последовательность. А крещение водное, а воды слова тебя омыли? Не, ну так главное, чтобы елей помазания на мне был. Или на нас, правда? Но есть очередность. И поэтому, друзья, ничего по-другому не будет. Вначале омовение, потом одежда, и с этим идет, что помазание для служения. Аллилуйя. И помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их,
вечное священство в роды их. Поэтому мы можем посмотреть. Мы можем посмотреть, как они двигались. Мы можем посмотреть, пророк берет эти же самые образы и показы, да? Когда приходят и в скинии собрания у этого входа омывается. И каждый из нас так же само же омывается, правда? Каждый раз, друзья. И поэтому омывается это не то, что внешняя твоя часть, а аж сама внутренность. И вот только Бог способен это сделать. Поэтому он что может... именно показать, поэтому, чтобы для нас нужно это откровение. Господь, а где же эта кровь сегодня? Поэтому Иоанн, имея это откровение по последовательности царского семени, этой родословной, он мог распознать, жизнь явилась. А что, а о чем он говорит? Так он же говорит об Агнце, только проявление другое, да? Потому что слово, а в этом есть жизнь. А если есть жизнь в слове, значит, есть кровь. Поэтому брат Бранхам, пророк третьего исхода, приходит и говорит, это послание кровоточит и омывает вашу душу. Вот в чем разница, понимаете? Поэтому тебе не надо. И когда ты смотришь, или мы с кем-то встречаемся, и это очень приятно. А там же нету такой бирки. Но когда у тебя есть эта мудрость, когда это приходит через это развлечение, он начинает рассказывать из своего дома, что он баптист, что он там единственник, что он там пятидесятник, правда? Поэтому ты понимаешь, что? Потому что кто-то говорит о какой-то жизни. Но мы не говорим сейчас, мы носили бы какую-то религию, правда? Потому что Бог примет свою жизнь, а она, жизнь, находится в слове. Аминь. Поэтому давайте сейчас мы сейчас прочитаем с вами. Проповедь «Знак», 64-й год, 02-08. Это в начале проповеди. «Жизнь вышла из жертвы, и теперь кровь означала знак. Его условия были выполнены. Это именно то, что произошло в Египте в ту страшную ночь, как раз перед тем, как обрушилась смерть». Последнее бедствие. Бог показал свои великие чудеса и знамения в Египте, свое долготерпение и доброту фараону и всему его народу. Он показал многие знамения по всей той земле. Он прислал ему пророка, показывал им знамения и чудеса, столб огненный и все, что он сделал. И несмотря на все, что он сделал, все же они не покаялись. Они не пришли к Богу. Они проигнорировали все его знамения. Они проигнорировали его пророка. Они проигнорировали его послание. Они пожелали свой собственный путь. Вы видите? Так же сам он показывает, как шел Каин, как в упорстве, говорит, погибал Корей. То есть из-за чего? Люди избрали, а мы так не верим. Они идут своим собственным путем, понимаете? А в этом нету жизни. Это может быть красиво. Это может быть именно, понимаете, кого-то может впечатлить. Но если Бог вложил в тебя свое семя, ты скажешь, ну, что-то мне не хватает. Что-то мне не хватает. Ты будешь именно, понимаете, Господь будет тебя вести к тому чистому этому слову, которое чистое откровение и которое омоет твою душу, сделает это снега белей. Понимаете, это только Бог может сделать. Поэтому в этом послании, а мы просто что, как рабы не стоящие, мы просто должны сделать то, что должны сделать. Мы просто приносим нечто. И когда ты начинаешь это говорить, и это воды слова идут. И ты кажется, Господи, мне же это тоже нужно. Мне же не, я не знаю, как сейчас нанести. Как мне это что сделать? Но мы прочитаем это. И пророк показывает эти вещи. Иногда мы, знаете, друзья, просто забываем. Тебе что-то хочется... такого красивого.
как хотел впечатлить Каин, тоже Бога, да? Сверхъестественного, можно так сказать. А пророк говорит, это совсем будет не так. Вера приходит очень просто. Димка, я прочитал, мне думаю, ну это же правда здорово. Поэтому Богу надоело, и так он сказал, теперь я произведу разделение между теми, кто верит, и теми, кто не верит. Я думаю, что мы сейчас живем в такое время, когда Бог выбирает. Вы слышите? Люди либо поверят, либо они не поверят. И Бог потребовал знак. Этим знаком был невинный агнец, которым он заменил смерть в Эдемском саду. Мы с вами прочитали это в 3 главе. Бог дал им одежды кожаные. Вот это да. Бог, который сам сотворил это своим словом, но чтобы не пришел суд, да, уничтожение для своих детей, для этой первой пары, он берет жизнь того невинного агнца. Проливает, чтобы мы могли бы иметь это освобождение, это прощение. Поэтому Бог начинает двигаться. Говорит, ну ты смотри, это только покрывает, но, говорит, придет настоящий агнец, да, который возьмет грех всего мира. Аллилуйя. Главное нам вот этот переход уловить. И поэтому, друзья, скажите, вы любите, в любой церкви скажите, да мы жертвуем, да мы, конечно, любим Иисуса, да мы это самое. И про Голгофу будет. Друзья, ну на Голгофе была уплата цены за грех, понимаете, за эти грехи, за наши все грехи. Но должно быть откровение дальше, чтобы ты был омыт. Что, потому что мы, говорит, загрязняемся, когда мы ходим. Мы загрязняемся. Поэтому мы приходим, и открывается опять. И душ пошел. А в этом есть его кровь. В этом есть его жизнь. И ты омываешься. Аллилуйя. Чтобы быть чистым. Так, давайте вот прочитаем это. Давайте еще раз. «И Бог потребовал знак. Этим знаком был невинный агнец». То есть кто-то был не виноват, правда? «Которым он заменил смерть в Эдемском саду. И теперь, когда агнец был заклан, его кровью помазали дверные косяки и перекладины. И это показывало, что требование было выполнено». О, я думаю, что это сильный урок для нас. Когда мы рассматриваем это, смотрите, верование, поклонение, как это отождествлялось знаком крови. Он должен был, верующий должен был взять агнца, заколоть его, по агнцу на семейство, взять кровь с помощью иссопа, который является простой низкий кустарник, растущий в той местности. Там тоже очень низко написана эта вера. Главное, что она растет в этой местности. Вот это мне нравится. И поэтому просто, Господи, научи меня это применить. Чтобы это, я не хочу впечатлить соседа, да, соседку это. Я хочу, чтобы эта язва не коснулась бы моего дома, моих, кто живет там под дом. Поэтому ты должен это сделать. Чем? Как глава семьи взять эту веру из этого как низкорослого сорняка, если у тебя есть этот агнец, он не должен быть, понимаете? Ты должен войти, чтобы эта тайна, чтобы это, она раскрылась бы, кто-то может сказать, а я не хочу, чтобы он умирал. Так тогда... наказание придет в этот дом. И ты кажется, зачем? Пусть он живет. Должно вначале что-то умереть, чтобы явилась жизнь. Правда? Поэтому Иоанн и показывает. Ибо явилась жизнь к нам. И это общение уже у нас. А потому что кто-то умер. Для чего? Стала капать кровь.
Поэтому он закричал: «Совершилось!» Для чего? Говорит, в этой крови был высвобожден Дух Святой для тела верующих. Правда? Вот так вот мы начинаем очищаться, омываться. По-другому, друзья, быть не может. И они, мы назвали бы это обычным сорняком, и должен был нанести кровь. Это показывает нанесение крови сопом. И соп представляет собой веру. Часто люди считают, что им надо иметь какую-то сверхъестественную веру, чтобы быть верующим. Это не так. А кто-то думает, ну а как я по-другому, да? А произведу впечатление на соседа, на соседку, на мужа, на детей, на родственников. Это не так. Как? Так ты поспешил. Иди распутывай бороду. Но Бог тебя не отверг. Ты распутаешь и дождись просто. Да? Веры ты должен изрекать, проявлять, понимаете? Но ты должен это делать, когда Он будет помазывать нечто в тебе. А ты можешь ходить, ходить, как вокруг Иерихона. Правда? Один круг молчат, другой, третий, четвертый, там, пятый, шестой. Ну, куда ж ты скажешь ему? А когда ты скажешь ей? А что толку, что я, если скажу вот от этого? У вас было такое? Наговорились. И потом Господь отзывает, и ты плачешь, и это. Вы, я такой, да нет, ты просто неправильно применил это. Это есть вера, только ты подтянул слишком. Подождать надо немножко. Не спеши, не спеши. Ну ж так хочется быстрее, понимаете? Форель поймать. Иисус представляет ее, то есть веру, всего лишь простой сорняк, который можно найти где угодно, сорвать его, окунуть в кровь и нанести кровь. Кровь сегодня нанесена с помощью простой веры. Ничего такого сверхъестественного. Это вокруг вас повсюду. Брат, что ж это такое? Можно вам подсказочку такую? Знаете, из чего это выходит? Из атмосферы. Атмосфера не здесь. Вот здесь. Это вокруг вас повсюду. Понимаете? И когда ты в этот... Потому что, когда ты слушаешь слово, когда мы поем песни, когда мы молимся, псалмы, друзья, это нечто тоже материализуется с тем семенем, с тем геном, который Бог вложил в тебя. И может, ты некрасиво говоришь, может, у тебя плохой голос, понимаете, но твоя эта атмосфера, она притягивает, и Богу нравится. Такая простая сестричка, такой застенчивый брат. Но в нем есть что? Жизнь. В нем есть это. Аллилуйя. Совсем просто, как ребенок, протянуть руку и взяться за это, и нанести кровь. Исоп – это простая детская вера для верующего. Это не является чем-то недосягаемым. Тебе не надо добираться докуда-то, очень далеко, чтобы достать это. Это, слушайте, он, ну, настолько он вбивает уже, да? Этот исоп, который растет в той местности, он растет на стенах в трещинах. Небольшой листочек формы типа ромбика, типа пирамидки, да? Его можно найти повсюду, совсем как трава или сорняки, которые можно было бы найти сейчас здесь. Сорви его, нанеси, помажь им на двери. Вот таким образом должна быть приложена вера. Взять веру, вернее, приложить кровь Иисуса Христа верой на дверь сердца. Обратите внимание, это растет, говорит, даже, говорит, в трещинах. И кажется так, как это может быть, да? Так нехорошо, когда трещины. А вот Бог допускает такое, друзья. Но чтоб оттуда что-то начало бы вырастать.
через наши ошибки, через наши падения, через наши вот эти вот, понимаете, переживания, которые мы бывает говорим, Господь, я сожалею, начинает оттуда что-то прорастать. Когда ты это улаживаешь пред Богом. А что это может сделать? То посещение, когда тебе кто-то просто, ты, иначе, а попробуйте кому-то доказать. Да нет, я прав и все, да я права и все. Но когда Бог приходит с этим словом, он нечто тебе просто показывает. Ты говоришь, я сожалею, Господь. Помните, когда он говорит ему, если ты будешь искренним, честным, то не стоит пред тобой никакая болезнь, никакой бес, даже рак. Держите это в сердце своем, друзья. Поэтому, понимаете, бывает, кажется, хочется зайти, высказать такое что-то, подняться это, а бывает это просто, говорит, очень, ты как будто вот ходишь, ты хочешь это, ты ходишь вроде бы по самому низу такому, но путь вверх это через путь вниз. И мы все должны смиряться, мы должны быть этими искренними, честными, правда? И кажется, Господи, почему ты не выходишь? Господи, почему ты это? Ну, смиряйся, смиряйся, а с каждым шагом ты будешь приближаться через вот, вот такие вещи, правда? Потому что иначе мы бы очень задрали бы нос, если бы очень сразу так, только, и Господь тебе сразу посох. Говори, Рувим, выскажи, врежь этому демону. А ты бывает просто это самое. И он пугает, да это же само растет. Пока нечто в тебе начнет именно вот это, а ну-ка изреки, я с тобой, я сын, я же тебя никогда не оставлял. Ты же до этого, Бог, я же тебя довел. Ты прошла, ты прошел столько этих вещей. Разве это не я, не моя рука? Ты прошла вот это, ты прошел вот это. Все с тебя, может, там смеялись, но ты жива, ты живой. И я заберу тебя с этой земли. Ты уйдешь победителем. Поэтому здесь я прихожу, чтобы нечто совершать. Стой с этим словом. Господи, и как я не... Стой с этим словом. Это прорастет. Понимаешь, это просто прорастет. Это должно, это есть закон воспроизведения семени. А вера, это есть семя, которое начинает произрастать. Что для него нужно? Свет. А что такое свет? Это высказанное слово Божие. Поймите, друзья, Моисей, он вообще был косноязычен. Бы-бы-бы-бы-бы, братья, понимаете? А Бог говорит, Аарон, ты будешь этими устами. И Аарон, слава Господа. Я сейчас хоть это, я сейчас как скажу. Не скажешь. Пока Моисей, извините, заика не проговорил, Аарон не мог ничего сказать. И братья и сестры приходят, понимаете, на собрание. И смотрят, и ждут. Господи, ну когда ж ты его освободишь? Брат Аарон, у тебя так вчера получалось. У тебя третьего дня так получалось. Ну скажи, что... Он говорит, а что я скажу? А пастырь ничего не сказал. А Дух Святой не пришел. Друзья, вы помните, пророк стоит, и бывает, проходит столько времени. Я, говорит, жду его. Вы видели? Вы проповеди читали. Бывает, проходит 30-40 минут. На часы посмотрите. И говорит, я жду его. Я жду его. Вот это рыбак. Потому что были бороды. Скажи что-нибудь. Скажи, почему ты молчишь. Ну, он уже научен, потому что он видел, как его отец поступал, правда? Скажи свое оправдание. Я сейчас как скажу свое оправдание. А какой толк? Будешь сожалеть, если начнешь. Понимаете? Ты сможешь оправдаться только верою. Пред Богом. Вот что нам нужно, друзья. Поэтому нам нужно. Поэтому общение будет восстановлено. Вот об этом мы и говорим.
Поэтому можно, знаете, я другое. Общение. Есть ли у тебя общение? Тогда, понимаете, ты ходишь правильно. Я сейчас имею в виду, это, которое общение пришло через свет, или жизнь, или кровь Господа Иисуса Христа. На этот день. Обратите внимание, на этот день. Потому что у каждого периода было свое посланное слово из уст Божьих, правда? Которое омывало их, очищало их и сделало, понимаете, они будут стоять совершенными. Но они сейчас ожидают нашего последнего, друзья, вагона. Да-да. Аллилуйя. Или последнего рейса, можем так сказать. Когда это произойдет? Это должно было отделить и показать разницу между теми, которые выходили из Египта, и теми, которые оставались в Египте и должны были погибнуть в Египте. Это показывало разницу. Понимаете, если Бог это изрек, мы не можем ничего сделать. Поэтому для тебя Бог открывает дверь. Он дал этого агнца, Он дал это кровоточащее слово. Он дал все эти вещи, чтобы ты это съел, съела, был в готовности, одет, обут с этим посохом, правда? Чтобы совершить этот переход. Аминь. Как это выглядит? Какие это планы? Я не знаю, друзья. Я не знаю, но я знаю, что это будет. И если мы будем ходить, если мы будем вместе, если мы будем единодушными вместе, а дьявол вот это не хочет. Что? Он хочет посеять, что? Семя разногласия. Опять, ему не нравится, когда мы имеем общение друг с другом. Ему не нравится, когда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда мы можем просто поддержать, брат, да все будет хорошо. Потому что мы будем вместе, мы будем молиться, мы будем сражаться. Мы не будем это, мы осудим эту болезнь, мы осудим именно вот этого дьявола. Но твоя душа, она пришла от Бога. Бог посылает это слово для омовения, для очищения. Давайте еще одну проповедь прочитаем. Цитату. Да. Из проповеди тоже знак, но он говорил в другом месте. Конечно, кровь говорит. Она говорит о лучшем. В Ветхом Завете кровь говорила о виновности. В Новом Завете она говорит об искуплении. В Ветхом Завете она говорила о смерти и печали. В Новом Завете она говорит о воскресении и жизни. Ох, какие переходы, да? Она говорит об исцелении. Она говорит о радости. Друзья, это нам надо? Я очень хочу этого. И как бы это ни казалось странным, как бы это ни казалось, понимаете, таким, ну, может, как-то по-другому можно прийти. Нельзя. Есть усмотренный Богом путь. Она говорит о силе. Она говорит о жизни. Она говорит о небесах. И та же самая кровь, которая была пролита на землю, которая вопияла о его умершем брате, то есть вопияла в отношении его брата, которого он убил. Кровь Иисуса Христа покрывает все наши грехи и провозглашает мир и воскресение, и силу, и жизнь, и исцеление, и все искупления. Искупающие благословение, искупляющие, наверное, за которое была пролита кровь. Она говорит за нас. Конечно, кровь говорит. Вот это да. То есть, вы понимаете, мы подходим к самому этому кульминацию, или как мы тут говорим, ну как же это может быть?
как же сейчас? Но нету этой физически, да? Ученые ищут, там на плащанице мы можем достать, несмотря что прошло 2000 лет. Там что-то найти, понимаете? Химический состав крови Господа Иисуса Христа и все такое. Они это, понимаете, такое в СМИ, они ставят в новостях и все такое. Нам не надо это искать. То не очистит их, не омоет, не даст им прощения. Но Бог всегда посылает свое слово, в котором есть дух и жизнь, правда? И это истина, которая скажет, ты чиста, ты чист. Почему? Господь, я верю этому слову. И оно... Там Аарон, там его сыновья. Это как проба, да? Они были омыты снаружи. А это слово, оно омывает нас изнутри. Аминь. Ну, давайте еще одно местописание. О, Господь. Дьявол, как бы тебе не нравилось, ты нас не остановишь. Не остановишь. Мы знаем, что мы только Дух Святой может нечто оживлять и оживить. Книга Ефесянам, 5 глава. Здесь он раскрывает эту тайну о Христе, о церкви, о муже и жене, что это есть этот прообраз. 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть отдал себя за нее. Адам, будучи прообразом Христа, правда? Отдал себя, отдал все. Потому что написано, не Адам был прельщен, Ева была прельщена. Не был он обольщен, понимаете, этими словами. Потому что он был по образу и подобию Божьему. Но поэтому кажется, ну так а что он сделал? Он сделал то, что он должен был сделать. Потому что он знал, что она, Ева, была его частью. Поэтому Ева не знала, что она делает. Кажется, почему? Потому что она так была устроена. Но Адам был сын Божий. Его нельзя было обольстить. И поэтому он идет, что выражая образ, тайну Христа. Я не оставлю тебя. В горе, в трудности, что бы ни было, понимаете? Но он понимал, они не могут исчезнуть. Это семья Божья. Да, она упала, да, она это самое, но наказание пришло для исправления. Поэтому слово нас исправляет, корректирует. Суд начинается с дома Божьего, но не для осуждения, а чтобы мы были бы чистыми, чтобы мы ходили бы в его воле с этим словом. Друзья, это нелегко, и с каждым разом это будет нелегко. Потому что мы вот эти винтики, ролики для многих. Да что у вас такое особенного? Да ничего, да у нас вот такое, вот там гудит все. Да у нас там вот эти, а помните, перестань объяснять сверхъестественные вещи этим пятидесятническим младенцам. А они настолько хвалились первым и вторым рывком. Но пошли подражания. Измаильчик так родился. Проблема это самая. Брат думает, смотри, Боже, что делать? Ангел стоит, это говорит, не делай больше из этого шоу. Просто послушание. Просто вот эти маленькие палатки. Просто вот эта тайна раскрывается. Я приду и переломлюсь сам. Лично для тебя этот хлеб жизни. Это я буду. Ты это увидишь. Я приду в этот шатер. Поэтому пророк Исхода, он тоже говорит, соберитесь по домам, соберитесь это. Мы выражаем, друзья, эту тайну. Поэтому Адам пошел, то же самое, он знал, что этот шатер, который был Ева, который уже имела связь со змеем, он еще чист, он девственник, он знает, правда? Но он не мог отречься от своей части, от своей плоти, от своей кости. Он же это пророчествовал. И сейчас кажется, ну вот такое. Ну, браток, что ты сейчас будешь делать? Что делать? Поэтому он оставляет это все.
Он смотрит туда. Я не могу отречься. Потому что пророк говорит, если бы он бы это не сделал бы, он бы остался бы один навсегда. Это была его часть. Друзья, но Бог, видя это, он говорит, правильно, потому что я это сделаю. И кажется, зачем же это? Зачем допущено это, друзья? Чтобы Бог мог проявить свои атрибуты искупления. Чтобы вы, мужья, могли любить жен своих вот так, отдавать себя. А вы, жены, могли бы именно тоже любить и быть в послушании среди своих мужей, правда? Мы выражаем эту тайну, это единство, эту гармонию. Общение восстановлено. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Вот как происходит. Каждое собрание. Правда? Чтобы представить ее себе. А, брат, у тебя такая жена, тебе повезло это самое. Так омывай, омывай. Чем мне омывать? Красавица моя, хозяюшка моя. Понимаете? Омывай вот этими словами. Ты будешь выражать в семье вот такую небольшую, правда, тайну? И она будет говорить, господин, царь мой. И все такое. Одно блюдо, второе блюдо. Вот для молодежи говорю, да, там это. Друзья, посредством слова. Это ключики. Не смотреть, как у соседа, как у соседки. А именно, как ты так, как ты? Вот такое. Да, такое. Да. Пусть выйдет агнец. А после агнца ты увидишь царя. Чтобы осветить ее. Понимаете? Потому что если в этих словах, это, конечно, это да, это истина. Но когда ты это съедаешь, ты же так же сама, с кем ты имеешь в окружении. Ты на работе, ты там, там. Атмосфера, друзья, это вокруг вас. Вот этот сорнячок. И там трещинка. Так ты же там вчера это самое. И через эту трещинку ты можешь взять. Да-да. Вот. Но это мое переживание. Через это вот проявилась вера. Потому что ты увидел, Бог говорит, через вашу слабость будет проявляться моя сила. Через вашу слабость будет проявляться моя сила, мои добродетели, мое терпение, мое воздержание, мое братолюбие, моя любовь. Или мы будем, понимаете, подниматься, Господи, посмотри, я еще на одну ступеньку встал, или я еще на одну ступеньку встал. И он говорит, ну иди, испытай его. И раз то-то. Ну, ты не в собрании, никто не видит. Ах ты такой сякой-то, камень-то, пшул. И потом, знаете, слава Господу, это самое. И потом ты думаешь, ой-ой-ой, а что мне с этим делать? Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна, вы слышите? Или порока. Вот это омытие. Или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна. Вот так высказывание, да? Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ну и откровение давайте. Первая глава. Иногда хорошо, друзья, пройтись, посмотреть. Небольшое напоминание нам нужно, друзья. Первая глава Откровения, 5 стих. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью своей,
и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Поэтому нечто Бог показывает, нечто Бог нам говорит, друзья, чтобы мы могли бы быть вот в таком вот движении, вот в такой простоте, дабы нечто совершалось бы вокруг нас, чтобы мы наносили бы, как сейчас этот исоп, эта вера. Братья, где это самое? Изрекай, проявляй. Отсюда вот прямо будет выходить. Через это наносится, понимаете? Потому что что? Сейчас уже посредством слова. Нам не надо что-то, понимаете, держать и вот так вот мазать, правда? Или эти рука. Это тогда они делали в первом исходе. Во втором исходе они увидели другого агнца. А те, которые не увидели, они остались. Тит их поел. Поэтому кровь, говорит, была до уздечек лошадиных. Но те, которые поверили, они ушли куда? В горы. Прообраз Вознесения. Поэтому в нашем третьем исходе так же происходит, как мы прочитали. Как пророк говорит, сейчас Бог делает это знамение. Отделяет верующих, которые уйдут чистыми, непорочными, без пятна и порока, правда? И те, которые останутся вот в этом Египте. Поэтому что мы любим? К тому мы привязываемся. Да, мы не фанатики. Да, у нас есть семьи, да, у нас есть дома. Да, у нас есть те, кто живут. У нас есть над чем трудиться, правда? Поэтому мы нуждаемся в Его откровении. Господь, посещай нас. У меня там небольшие семена. Пусть это возрастет во славу Твою. А я буду работать над этим. Понимаете, пока есть, друзья, дыхание жизни, мы можем нечто делать. Вот пока есть у тебя вера, ты можешь двигать этой верой. Пока у тебя есть эта вера, потому что без веры ты не можешь двинуться никуда. Ты не можешь приблизиться к Богу. Но когда у тебя есть вера, это притягивает Его. С каждым шагом. Может, он небольшой, но все ближе и ближе. Рядом это спасение от нас. Рядом это избавление, рядом это искупление. Понимаете? Потому что нечто Бог доверил нам. Само это слово. Говорит, блаженны очи ваши, то, что вы видите. Блаженны уши ваши, то, что вы слышите. Многие святые хотели, там пророки сказано, хотели увидеть это. Но они заснули в вере, да, они ожидают. Но все, каждый, они, это, ты сможешь, пробивайся, ты сможешь. И поэтому, друзья, нам надо просто встать, сплотиться и доверять Господу. Среди нас есть проблемы, у нас есть нужды, у нас, мы нуждаемся в тех молитвах, правда? Поэтому завтра я слышал, сестра Надя пойдет к врачу, вот. Мы еще раз помолимся, правда? Мы еще раз будем, мы все вместе, и поэтому мы сейчас давайте подымемся, друзья, потому что у нас есть это совершенное слово, а если есть это совершенное слово, в нем есть жизнь, а если есть жизнь, то в нем есть это кровоточащее, это кровь, то слово, которое нас омывает и очищает. Поэтому я прихожу на этом основании. Да, пусть музыканты продуют, спасибо, брат. Давайте мы именно войдем в эту атмосферу. Просто не надо никуда не выходить, ничего, друзья. Просто чтобы мы могли бы, как брат Бранхам говорит, там, где ты стоишь, там твой алтарь. Там Бог может посмотреть прямо на тебя. Знаете, многие вещи, когда Бог нас подводит к чему-то, мы бываем на таком распутье, что от этого зависит наша будущность. Это зависит, понимаете, как будто ты стоишь между жизнью и смертью. Ты стоишь между как светом и тьмой. И все эти вещи, они просто... Поэтому пророку он, Дух Святой сказал, так как ты принял это решение, да? Трудное решение. Этот выбор, он такой нелегкий. Оставаться со словом. Он говорит, это мой выбор. И большая доля небес ожидает тебя.
Это было ему. Но вас же тоже доля небес определенная, тоже вас ожидает. Этот небесный ангел, та Теофания, она же именно, это то место, откуда оно снизойдет, и мы соединимся. И это, говорит, очень близко. Не знаю, 6-7 метров от нас, друзья. И просто хочется. Я не хочу идти на компромисс. Я хочу стоять на сословии. Поэтому он все время, понимаете, помните, до конца своей жизни, Марка 11, как же сдвинется эта гора? Ты должен сказать горе. И если не усомнишься, понимаете? Иавель, мой, как мы начинали, друзья, может это, кто там что смотрел? Он дубасил по горлу, но он знал, что это было причиной удаления из Эдемского сада. Это было причиной, когда было разорвано общение. И это, Господь, я это делаю для того, чтобы вернулась жизнь, вернулось это общение, чтобы у меня открыт был доступ, правда, к твоим ранам, к этому обетованию, в котором есть «да» и «аминь». Склоним наши головы. Мы будем молиться, правда? Дорогой Небесный Отец, сейчас мы очень близко подошли, Господь Иисус. О, иногда бывает, кажется, Господи, вот бы это бы сразу, Господи, но сейчас мы настолько это тоже ценим, Твою близость. Мы к этому подходили, все это служение. Мы говорили, Господь, и Твое Слово мы знаем, что не подводит. Ты соделаешь, Господь, то для того, чего Ты не сходишь. Аллилуйя. Твое Слово не уйдет напрасным, а исполнит то, для чего оно снизошло. Среди нас, Господь, есть наша драгоценная сестра, Надежда, Господь. Надя Ступакевич. Завтра, Господь, ей надо идти к врачу. Мы молились, Господь. Но, Господь, мы знаем, что если мы еще раз помолимся, наша вера не будет подорвана. И, Боже мой, пусть это слово, Господь, которое она слышала, Господь, на протяжении этих дней, Господь, произведет то действие, Господи, чтобы ее благословенный муж был, Господь, этой поддержкой. И ее сын, ее дочь, Господь, чтобы именно в этом единстве и гармонии стояли бы, Господь. Тогда, говорит, когда мы единодушны вместе, когда мы согласны, тогда мы можем просить. И что бы мы ни попросили, то мы получим. Так говорит Твое Писание, так говорит Твое Слово. Отец, она здесь больше, чем двое или трое. Здесь собрана вся семья. И здесь и есть семья, которая и все ее родословие на небесах, которое в Прибалтике, Господь, на Украине, в Белоруссии, в России, брат наш там в Чикаго, кто бы это ни был, Господь, мы сейчас затягиваем свои пряжки, мы подходим к этому престолу благодати, где это Твоя жертва и Твоя кровь, где Твое искупление, где все обетования. Отец, мы приносим еще раз Твою дочь на руках молитвы, на руках нашей веры через имя Господа Иисуса Христа. О, Боже, это крепкая башня. Мы проходили эти моменты. Ты дал ей также этот камень. Я верю, этот камень откровения. О, Отец, помоги нам просто не забегать наперед, а дожидаться, Господь, когда Ты скажешь «говори». Аллилуйя. Когда произойдет этот удар, Господь, этот удар грома. Аллилуйя. Когда этот Иерихон упадет, Господь. Мы не ставим никаких планов. Ты сказал, Боже мой, происходят эти вещи
как чудо. Это может быть через руки врачей, это может быть через какие-то лекарства, это может быть естественным путем. Господь, Ты знаешь как. Это может быть через музыку. Ты знаешь как. Как когда-то было сказано Иезекиилю. А оживут ли эти кости? Аллилуйя. Но на этом пророке была рука Господня. Это мышца Господня. А мы живем в это время, когда Исаия 53 настолько близко реально для нас. Кто поверил слышанному от нас этому посланию? И кому открывается эта мышца Господня, эта рука Господня? Отец, там, где находится эта кровь, эта исцеляющая сила, это искупление, что бы это ни было. Боже мой, мы знаем, что для нашей сестры с искуплением все в порядке. Ее душа запечатлена. Аллилуйя. Мы видим эту жизнь на косяках этих дверей. Видим это исповедание. Но она нуждается в исцеляющей силе. Враг пришел незаконно. Отец, мы приходим еще раз с кровью Господа Иисуса Христа, которая находится, Господь, внутри нас. То Слово внутри нас. Мы едим Его, Господь. Мы сегодня ели Его. Оно сегодня нас омывает. Оно нас будет завтра омывать. И это хождение, Господь. Мы имеем это общение. Пусть этот свет Слова, когда братья и сестры здесь, когда мужья и жены здесь, когда Его дети здесь, мы можем, Господь, высказать слово. Ты знаешь, но да будет ей по слову Твоему. Потому что Ты великий врач, Ты великий исцелитель. Ты тот великий воин, который победил эти силы тьмы. И Ты назвал нас детьми света, а не детьми ночи. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты вложил этот свет в нас. И этот свет есть, Господь. Потому что когда она ходила, этот врачи, когда делает этот рентген, все ученые доказывают, что в нас есть этот свет. И когда в нем еще есть эта задействованная вера, мы просто соединяем ее, Господь, ее веру с нашей верой. Аллилуйя. Пусть этот будет удар грома, чтобы это произвело, Господь, исцеляющее это действие. Как Ты знаешь. Аллилуйя, Отец. А мы просто высказываем, Господь Иисус, будь Ты проявлен. Выйди вперед, Господь. Чтобы я верю, что эти слова высказаны под вдохновением, чтобы сдвинулась эта гора. Аллилуйя. Это должно исходить из уст Твоей возлюбленной также. А Ты ей дал это слово в ее уста, этот обоюдоострый меч. Господь дорогой, мы просим Тебя через имя Господа Иисуса, которая есть эта крепкая башня, которая забегает в нее праведник и там безопасен. Аллилуйя. Пусть откровение, Господь, пусть та жизнь, которую Ты вложил в Твоих детях, будет выражено, Господь, через это исцеление, через эту победу, через это восстановление. Аллилуйя. Как на груди, так и Господь, там в кишечнике, через имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И если у кого-то есть также особенная нужда, когда Дух Святой здесь, то просто подними свою руку. Отдай эту нужду, эту проблему в руки Божьи. Аллилуйя, Отец. Какая бы она ни была, сколько бы лет ты ее не носил, не носила, если ты веришь, а Бог помазывает твою веру и помазывает нашу веру,
Вот так просто, вот таким исопом. Прямо мы подняли из-под ног, когда мы смирились перед крепкой рукой Божией, через это слово, которое дано для каждых из его детей. Благослови, Господь, это хождение. Благослови, Господь, те, кто поднял руки. Пусть это произведет, Господь, твою операцию. А мы стоим, Господь, как твоя армия. Аллилуйя, изрекаем, Господь. Да явится твой свет для всех, кто исповедует, Господь, имя твое. Кто исповедует, Господь, чудные дела твои, Господи. О, ты велик, ты славен, ты верен своему слову, ты верен своему обещанию. И ты сказал в своем слове, что ты поклялся самим собой. О, Боже, это якорь для нашей души. Это успокаивает нас. Мы хотим дальше двигаться с этой верой, которую ты вложил в нас, которая оживлена Духом Святым. Пусть через эту веру будут проявлены Божьи дела. То, что засвидетельствовал Авель, а ты засвидетельствовал, что он праведен перед тобой. Отец, мы хотим, чтобы, Господь, ты смог снизойти к своим детям и дочерям, чтобы ты мог бы засвидеть, что она праведна пред тобой, что это правильная вера, это правильное откровение, что в этом и находится эта кровь, эта жизнь. О, спасибо тебе, Отец. Пусть твои благословения почивают на твоих детях. Посети твой народ, Господь. Когда мы будем сейчас поклоняться, Господи, дай нам держать это верою. В этом, Господь, сосуде, чтобы помазание изливалось бы, исходило бы, Господь, для проявления этой победы. Чтобы, Господь, Боже мой, мы могли бы видеть эту небольшую часть, но, Господь, которую ты вложил здесь для третьего рывка, для победы в любви божественной. О, Боже, удали всякий грех, всякое неверие, всякая, Господь, неприязнь, чтобы это не помешало бы Духу Святому воять, освобождать, делать эту операцию для Твоей славы. О, Дух Святой, двигайся, Господь. Совершай эту операцию, Господь. Совершай это исцеление. Совершай, Господь. Пусть этот голубок пролетит с маслиночной ветвью для тех, Господь, кто запечатлены в этом ковчеге Слова. А мы ты баню водную посредством Слова, где и находится эта кровь и этот совершенный агнец, эта совершенная жертва. Господи, помоги нам дальше двигаться с Твоей любовью через имя Иисуса Христа. Благослови там брата Павла, все, кто там, сестру Машу, брата Марка, кто находится там, с кем они находятся, наших братьев и сестер. В разных местах, в разных собраниях, Господь. Аллилуйя. Господь, посмотри на эту кровь, на то слово, на то откровение, которое ты посылал для нас. Мы это носим в этих глиняных сосудах. О, посмотри, мы хотим воздать сейчас, когда будет возможность, когда аккорды, когда будет звучать эта музыка, как лидер пения выйдет. Мы хотим воздать эту славу тебе из этих глиняных сосудов. Аллилуйя! Да пребудешь ты с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все будет хорошо. Давайте только верить, может нам Бог, друзья. Слава Господу. Где наш брат? Не отвергнет Бог молитву твою, молитва укрепляет.
Господь своих не оставляет, на нужду Он отвечает, Он отвечает. Терпеливо ожидай и смотри, что для тебя Бог совершит. Доверяйся, руки Богу возними, хочет Бог тебя вести. Поклоняйся в испытания, поклоняйся боли и страданиям. Доверяй Христу, слышит Он хвалу. Бог идет пред тобой, извлекает орудие, Он освобождает и раны врачует, ополчается ангелы со всех сторон. Он проводит, Господь наш силен, верь Ему, Он не подведет. По трудной дороге с тобой Он идет. Это ходит победы, руки мы с поними. Богу славу воздай, благодари. Господа славь, благодари. Господа славь, благодари. Он совершает. Терпеливо ожидай и смотри, что для тебя Он совершит. Доверяйся, руки Богу тебя вести. Поклоняйся в испытаниях, поклоняйся в боли и страданиях, поклоняйся, доверяй Христу, слышит Он хвалу. Ждает и раны врачует, ополчаются ангелы со всех сторон. Он проводник, Господь наш силен, лишь верь Ему, Он не подведет. По трудной дороге с тобой Он идет. Это ходит победы, руки мы с подними. Богу славу воздай, благодари. Освобождает и раны врачует,
ополчаются ангелы со всех сторон. О, проводник, Господь наш силен, верь ему, он не подведет. По трудной дороге с тобой он идет. Это твой день победы, руки ввысь подними, Богу славу воздай. Божественный аминь, который нам дает. Аллилуйя. Любви божественной победу на этот день Бог обещал своей невесте по секрету. Он тайну эту рассказал, и потому Бог раскрывает нам свой великий арсенал. И то оружие вручает, что самым сильным он назвал. Бог поднимает нас на уровень божественной любви. Ведь за Христом в палатку маленькую мы вошли. Как печать седьмая, он себя нам может открывать, чтобы в любви его божественной победу совершать. Любовь Агапе наполняет и ситуации любовь. Все наше видение меняет, картину видим мы другой. Любовь задействует в нас веру, чтоб атмосферу создавать. И суверенная на смену приходит в силу благодать. Бог поднимает нас на уровень божественной любви. Ведь за Христом в палатку маленькую мы вошли, где как печать седьмая он себя нам может открывать, чтобы в любви его божественной победу совершать. Любви божественной победу на этот день Бог обещал своей невесте по секрету. Он тайну эту рассказал, и потому Бог раскрывает нам свой великий арсенал. И то оружие вручает, что самым сильным он назвал. Поднимает нас на уровень божественной любви. Ведь за Христом в палатку маленькую мы вошли, где как печать седьмая он себя нам может открывать, чтобы в любви его божественной победу совершать. Бог поднимает нас на уровень божественной любви. Ведь за Христом в палатку маленькую мы вошли, где как печать седьмая он себя нам может открывать,
торжественной победу совершать. Аллилуйя. Мы так благодарны за этот третий рывок, который Он дает нам. Аминь. Который мы можем изрекать. Аллилуйя. Третий рывок. Давайте мы споем тогда на другой стороне. Мы как ефесяне. Мы как ефесяне при кончине времен. Бог открыл нам ныне тайну воли Его. Он избрал нас предопределений, чтоб во Христе спасти. Вышли мы из мира, чтобы в Слово войти. На другой стороне, там буду я. Раньше был чужим я для Христа, но теперь я Его навсегда. На той стороне будешь ли ты? Хоть был мертвым преступления, приготовлено тело мне. На другой стороне будешь проходить через воды. Буду я с тобой, и через огонь пройдешь ты, погашу огонь. Ибо я есть Господь, Бог твой, и ты дорога предо мной. Иных богов не будет пред тобой, ведь ты жена моя и нет иной. На другой стороне, там буду я. Раньше был чужим я для Христа, а теперь я Его навсегда. На той стороне будешь ли ты? Хоть был мертвым преступлением, приготовлено тело мне. На другой стороне мы живем обетование на этот час. Бог вечную отчизну возвращает нас. Заключительный голос Божий и вместе прозвучит, победа за нами, доступ к Богу открыт. На другой стороне, там буду я. Раньше был чужим я для Христа, а теперь я Его навсегда. На той стороне будешь ли ты? Хоть был мертвым преступления, приготовлено тело мне. На другой стороне приготовлено тело. Приготовлено тело мне. На другой стороне